Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 3 июля. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Клевер стоит прямо или складывает свои листочки. Впереди дождь. Ветра нет, а лес шумит. К дождю. Сом всплывает с глубины. Перед ненастьем. Возможно, с грозой. А какая же погода ждет нас завтра, 3 июля? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Лесничество Малоярославецкого района Калужской области воздух прогреется до 28 градусов. Только вот дожди никак не отступают. Так что завтра будьте готовы к осадкам. В поселке Бригадирское Лесничество Первомайского района Тамбовской области тоже плюс 28. Дождь стороной сельчан не обойдет. Лить будет, как из ведра, да еще и с грозой. В поселке Лесничество Абрау-Дюрсо Новороссийского городского округа Краснодарского края погода соответствует июлю. Эх, сколько же в вашем краю уже вкусных и спелых фруктов, так бы и угостился. И в поселке Лесничество Шабылкинского района Орловской области тоже жара. Столбик термометра становится на отметке плюс 26 градусов. И тут без осадков не обойдется. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!